Богатство якутских голосов и красоту музыки оценили на Западе. Театр оперы и балета Якутии выступил в Литве и в российском городе Калининграде. Подробности в материале Айсены Бурнашовой. Литовский город тепло встретил якутян. В здании Каунасской государственной филармонии солисты оперной труппы, хор и оркестр Якутии представили концерт «Ария Севера». В этот вечер полному залу зрителей золотые голоса нашей республики открыли восхитительный мир оперы. Многочисленные арии, увертюры и кантаты. Значительную роль сыграл оркестр. Концерт завершился неминуемым аншлагом. Следующей и уже последней точкой гастрольного тура якутян стал самый западный город России – Калининград. Здесь, на сцене драматического театра, артисты в первую очередь представили легендарный балет Прокофьева «Ромео и Джульетта». Мощная сила и пронзительность. Основной сюжет балета заложен в трагической любви, призывающей к миру. Эта постановка сложна и по уровню хореографии, и по сценическому оформлению. Отдельное внимание уделено костюмам. Всего в балете якутян около 130 комплектов одежды. Мы очень благодарны этой сцене за то, что она нас приняла радушно. Ничего страшного у нас не случилось, никаких казусов не произошло. И поэтому мы счастливы и довольны. В Калининграде труппа театра оперы и балета Якутии пробудет еще 3 дня и представит местному зрителю оперу «Аида», кантату Кармина Бурана и оперу «Князь Игорь», которая завершит большой гастрольный тур якутян. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК «Саха», Калининград.